начала учебного года 2020-2021 открыли эксплуатационно-техническое здание для дальнейшего размещения учебного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. Количественно мы постоянно растем, увеличится состав авиационной техники, специальной, автомобильной, ну и, естественно, личного состава. По итогам 2019-2020 учебного года мы принимали участие в более чем 30 мероприятиях. По налету это больше 2300 часов в год.